Священномученик Флегонт родился в 1871 году в селе Коряево Угличского уезда Ярославской губернии в семье священника Николая Пангильского. Окончив Ярославскую духовную семинарию, Флегонт Николаевич стал учителем в церковно-приходской школе, а в 24 года он был рукоположен во священника. До Первой мировой войны отец Флегонт служил в разных храмах родной Ярославской епархии, да преподавал закон Божий в разных учебных заведениях. Во время войны батюшка исполнял свои пасторские обязанности в военных лазаретах, укрепляя духовно раненых и умирающих. Со временем его ревностное служение стало широко известным в Ярославле. К 1915 году отец Флегонт служил в храме великомученика Дмитрия Солунского. Был награжден золотым наперстным крестом и спустя несколько лет возведен в сан протоиерея и назначен одним из благочинных города Ярославля. В 1929 году, в период, когда усилились гонения на русскую православную церковь, протоиерей Флегонт Пангильский был арестован, как и несколько десятков других священников и мирян Ярославля. Отец Флегонт был обвинен в антисоветской деятельности и осужден на 3 года ссылки в Северный край. Отбыв наказание, Флегонт Николаевич поселился на границе Московской и Владимирской областей, чтобы быть ближе к семье, и работал на железной дороге в низших должностях. В 1937 году на волне очередных гонений, как бывший священник, Флегонт Пангильский был заключен в тюрьму и за якобы контрреволюционную деятельность осужден на 10 лет лагерей. Спустя полгода в одном из лагерей Новосибирской области священномученик скончался и был погребен в безвестной могиле. Третье апреля. День памяти священномученика Флегонта Пангильского, пресвитера.